отдыхает мастер спорта, держа ему 21 год. За длительное занятие бокса счет боям не вел. Дельшат Абдусламов является чемпионом Кыргызской республики 2001 года. Победитель международного турнира Вишенкова Шапокова 98-99 года. Тренируется Дельшат Абдусламов под руководством заслуженного тренера республики Самандеха Папанова и тренера Сатывалдии. В данном соревновании готовился. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает мастер спорта Бекзат Хидиров, сборная команда Узбекистана, город Ташкент. Ему 19 лет. За 7 лет занятий боксом провел 85 поединков, 79 из них одержал победу. Бекзат Хидиров является победителем турнира сильнейших республик Узбекистана 99-го года и финалист чемпионата Узбекистана 2000 года. Тренируется Бекзат Хидиров под руководством Хабибуллы Усманова и Мурата Туркиева, которые приготовили его к данным соревнованиям. Сейчас твердо и прямо бросать. Все. Остались.
который удержал Ельшат.